Всем привет, дорогие друзья. В выходной день муж был у меня в фикс-прайсе, написал ему список, чтобы он купил то, что нужно. Это у меня такой товарищ. Посылаешь его, и он едет. Хочу показать вам игрушку, которую в прошлый раз мы покупали. Мы уже меняем постоянно батарейки, очень часто. Быстро выходит из строя, даже самые дорогие, но до сих пор любимая игрушка, носит ее с собой все время. То есть классно, в принципе, нам очень понравилось. Ну, рядовая покупка, туалетная бумага. Папе 3 слоя, здесь 6 рулонов. Стоит 99 рублей. Очень большой выбор товаров к Новому году. Для елочки, украшений и так далее. Я решила купить вот такой вот интересный набор. У нас разные елки бывают. И живые покупаем. Ставим, потому что ребенок маленький, он хочет. И из фикс-прайса того же самого, 1,5-метровая елочка. И вот все украшения, которые у меня были, они уже просто морально устарели. И довольно-таки мало их у меня, захотелось что-то новое. Вот смотрите, какой замечательный, красивый набор. Шишечки крашеные в серебряный такой цвет. Какие-то вот барабаны серебристые, розовые шарики. И вот какие-то коробочки, как будто бы подарочки какие-то. Я думаю, на елочке будут хорошо смотреться. Сейчас скажу, сколько стоит этот набор. Итак, 150 рублей. Набор стоит 150 рублей. Красиво. И еще я взяла один набор. Тоже меня он впечатлил. Очень понравился. Вот такой вот нежный, красивый, белый цвет с розовыми какими-то там блестючками. На елочке тоже будут очень хорошо смотреться. В наборе 6 штук, называется «Снежное кружево». Так, и набор этот стоит 99 рублей. Вот такая красота у меня будет на елку. Хочу сказать, что привезли довольно-таки много разных символов новогодних, и стеклянные какие-то вот бычки, и очень много всего интересного, и мишура появилась. То есть подготовка к Новому году полным ходом, как говорится. Нужная покупка – это вот такие вот детские перчатки. Причем, смотрите, какой интересный набор. Здесь две пары. Цвета также были разные. И для девочек – белые, розовые, голубенькие, нежненькие какие-то. Для мальчиков – коричневые, черные, темно-синие. Эти перчатки стоят 99 рублей. Меня порадовало, что здесь именно две пары. Ваня часто теряет перчатки у меня. Столько ты ему покупаешь всего. Он раз бросил куда-нибудь, потерял. Итак, перчатки детские 99 рублей. Ну, для него, конечно же, купила машинку. Прекрасно с ними продолжает играть. Носит с собой в садик украдкой. С мальчишками играет, дом катает. Вот 99 рублей. Вариантов очень много появилось. Разноцветные такие вот все. И гоночные, и какие-то типа УАЗиков. Ну, то есть, выбор большой, очень большой. Для себя любимый очечник купила. Очки-то есть, а все они у меня в пакетике в каком-то лежат. Я выбрала такой нейтральный синий цвет, хотя там можно выбрать большое количество разного цвета. Был даже такой розовый цвет, какой-то перламутровый розовый. Так хорошо смотрелось, прям девчачий. Цены тоже там разные были, какие-то 77, какие-то 99. Я вот просто взяла, который мне вот по цвету понравился. И за 77 рублей он оказался в итоге. Бахилы. Большая нужда сейчас в бахилах, во все учреждения государственные, там в больницы всякие, в соцзащиту. Ну, в разные учреждения требуют вход в бахилах. И все, что мы покупали, закончилось. Вот этот набор стоит 50 рублей. Так, здесь сколько у нас? Бахилы медицинские, гладкие, из полиэтилена эконом. Производит Самара. Здесь 50 пар. 50 пар и стоит 50 рублей. У нас вот если в поликлинику идешь местную, то там 5 рублей стоит. А здесь за рубль можно купить. Фикс прайс. Так что фикс прайс выручает. Шоколад. Коммунарка. Здесь 200 граммов. Стоит 99 рублей. Вот этот вот шоколад очень вкусный. У него вот такая шоколадная приятная там начинка. Трюфельная. Очень хороший вкус. Мне нравится. Беру уже далеко не первый раз. Также не первый раз беру это печенье. Пичи классические, 400 граммов, стоит 55 рублей.
а-ля песочное печенье. Вполне приличное, прям реально приличное печенье. Рядовая покупка 27,50. Сухарики хрустим. Ваня полюбил у нас последнее время арахис жареный. В данном случае это соленый со вкусом сыра чеддер. Неплохой, я тоже брала уже его не первый раз. Сейчас беру, 27,50 стоит. Ребенку нравится. Ест арахис с удовольствием. Чему несказанно родители рады. Хоть что-то ест. Ну и за 55 рублей чай. Хочется мне чай. Такого именно какого-то нежного, приятного вкуса. С каким-то оттенком ягодным, травяным. И вот взяла такой чай куртис. Клубника мохито и ананас. Вот такие вот два варианта чая по 55 рублей. Собственно говоря, это все мои покупки в магазине Fix Price. В общей сложности потратила 1023 рубля. 50 копеек. Набрала 20 баллов в итоге. И смотрите, теперь у меня текущий баланс 95 баллов. 95 баллов. Вот в следующий раз вот могу сделать закупку с использованием баллов. И получится все подешевле, чем обычно. Дорогие друзья, если вам понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Нажимаем на колокольчик, чтобы быть в курсе наших событий. До новых встреч.